мягкая тема, да? Да. Это же мягкая тема. Как в школе у нас стены были. Но не мягкие. А надо было, чтобы мягкие. Меньше травм было бы. И избиений. Знаешь, как в рестлинге? Да, да. Будьте на съемках обязательно. Приходите, смотрите, кайфуйте. Потому что живое выступление стендапа намного круче, чем по телевизору. По телевизору тоже бомба, потому что у нас работает профессионал. Но живое выступление вообще потрясающе крутое. Вася. Вася. Привет. Расскажи про живое выступление. Не-не, живое выступление. Не-не. Что про живое выступление? Про живое. Как лучше, по телевизору стендап смотреть или на живое выступление? Лучше, конечно же, по телевизору. Пойти посрать, если надо. А, ты с этой, да, точки зрения? Ну да, тут вообще надо смеяться постоянно. Комики еще обижаются, если не смеешься. Лучше дома, конечно, когда уже все сняли, самое лучшее. А то тут живое, тут, блядь, что все ты смотришь, даже что не надо. Правильно? Лучше все, что уже порезано, то есть идеально. Красивая, два нейтральных противоположных мнений. Я только что говорил, ходите на живые выступления, тут все по-настоящему, все круто. Не-не-не, мне нужен этот текст, чтобы я его скопировал, вставил в Word, переделал, еще раз переделал и унес туда. Куда Медведев делал? Он вышел. Я мог сделать.
Ага. Видите, все как положено. Телевидение. Все. А потом это наебнется, мы тут достанем, правильно? Его там пока починят или приконы какие-то. Баскетбол? Баскетбол. Вот это да. Ты высокий? Нет. Какой у тебя рост? 1,80 м. 1,80 м. Ну, для баскетбола как будто не очень, да? Я 74. Хотя у меня в Википедии написано, что я тоже 80. Там сумасшедшие заполняли какие-то. Там просто эталон вбили, просто как. Они не видели меня никогда. И что, и тебе получается что-то? Попадал в корзину какая-нибудь? Здорово. Ну, ты уже не зря получается. Так, а работочки? Инженер что? Метролог. Метрология? У тебя R пропало, да, немножко? У тебя, ну, ты картавишь на букву R. Странно, да, называть картавый человек, а в этом слове типа R есть. То есть даже когда человек картавый, он говорит, а что с тобой, я твою мать. Он даже не может сказать, что он картавый, типа. Но мы не смеемся над этим, что это бывает. Да вообще лысый с тобой сидит рядом. Но ты картавый, немножко, да? А как будто, я вот не понимаю, ладно, когда, допустим, ну нет глаза, ты уж никак, ну ничего ты не сделаешь, вот такой, нету, блядь, его и все. А ты, ну, ебать, сложно? Не, ну серьезно, у тебя же есть язык, он же есть, не отрезан, ничего, и зубы есть, и рот есть, и небо. Это все, что нужно. Просто и добрый вечер, все. Я тоже в детстве тоже не понимал, мне что-то как-то там заводили логопеда моторчик. У вас там какое-то отдельное шоу? Мы разговариваем, такие, да пора! Что происходит? Медицина должна быть последним средством, понимаете, когда тебе не помогла уже обычная медицина, тебе не помогла доктор Малышева, доктор Хаус, доктор Албан, никто тебе уже не помог. У кошки боли, у собачки боли, у Андрюшки не боли, не помогло. Он так разговаривал, я говорю, не общайся с ним. Он говорит, почему? Я говорю, потому что не общайся с ним и ни на что не соглашайся. Сразу за спиннинг или что-нибудь не помещается. Я как-то рассказывал эту шутку. Ну, сейчас премьера, сейчас дебют на нашей сцене. И большая просьба от меня лично убрать детей от экрана. Потому что ощущение, что отвязалась собака. На сцене. Денис Дорохов! Просто понимать, когда, типа, я позвонил... Что, как ощущение? Да вообще, я говорю, я на лодок не волновался. Во-первых, потому что и формат очень новый для меня. А вот, а во-вторых, действительно очень важная тема для меня была в этом стендапе. Надо было высказаться как-то так. Не просто в комментариях и в директе людям отвечать, что да не, ребята, это все прикол. Будьте проще, имейте свое мнение. Пока. Красавчик, да. Спасибо огромное, спасибо. Это было, конечно. Сказал им правду, брат. Да, как было. Бы. Как есть, да. Они надумывали себя. Да, придумывали. Какие засосались. Вот опять театрально было. Да, да, да.